А это, ребята, банная тема пошла. Светильничек производства Призма. Во какой красавец. Смотрите. Латунь. Хорошее толстое стекло. И возможность установки ватной лампы. Серьезно. Ну, украшение для любой бани, ребята. Для абсолютно любой. Ну, не дешевое, да, украшение. О, какая стеночка толстая, видите? Как все серьезно. Очень недурен. Очень недурен. Даже гермовод и тот латунный. Красотень, ё-моё. Нравится. Рекомендую. Интересно, как он будет служить в высоких температурах. У нас опыта пока нет.